Накануне в Якутске стартовала 20-я комплексная спартакиада учащихся республики. Старт ей был дан церемонией зажжения огня в местности Чичурмуран. Маршрут огня начался с министра спорта республики, бронзового призера Олимпийских игр в Пекине Георгия Балакшина, который символично передал эстафету подрастающему поколению спортсменов. 13 сильнейших участников спартакиады, передавая друг другу эстафету, доставили факел на главную арену республики – стадион Туймаада. Всего за медали соревнований поборются более 1000 спортсменов из 28 районов республики и города Якутска. Мы устанавливаем традицию: с этого года спартакиада учащихся всегда будет зажигаться именно здесь, гора Чичурмуран. Всех поздравляю, желаю успехов, счастья и спортивных успехов.